Турнир продолжается, и у нас вторая игра группового этапа. Да, в таких турнирах на групповой стадии важно не терять очки в начале. И обе команды сегодня, конечно, должны играть на победу. Сегодня сборная Италии встречается со сборной Китая. Итак, все готово к началу матча. Еще несколько секунд, и мяч начнет искать путь к воротам. Отличный заход, Георгий. И давай, пока еще есть время, пожелаем удачи обеим командам. Она им сегодня понадобится. Состав сборной Италии на ваших экранах. 4-4-2. Даймонд. А по-моему, все-таки Даймонд, а по-русски, если говорить, то Ром. Вообще, успех команды зависит от того, насколько успешен. Иларио Мауро. Прекрасный гол. Команды начали, не размениваясь на мелочи. Первый же удар по воротам. Получите и распишитесь. Гол. Мощнейший удар, и вполне этим ударом он мог порвать даже сетку ворот. Мяч в левом углу лежит. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Всего 2 минуты прошло, у нас уже есть быстрый гол. Ван Шаньшань. Ву Хайян. Пока неплохо. Пас в разрез очень точно. Кристиано Джирель. Мелания Габьедини. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Опасно! Арбитр показывает, что надо бросать аут. В борьбе защитницы она все-таки упустила мяч за пределы поля. Замечательно исполненный удар. Браво! Брависсимо! Кристиано Джирель. Это может быть опасно. Ван Шаньшань. Ян Ли. Она сегодня выглядит вполне настроенной на хороший футбол. Да, что будет на деле, посмотрим. От таких игроков не ждешь сверхзрелищной игры. Сю Ян Лю. Хороший сейв, с реакцией все у кипера в порядке. Сю Ян Лю. Посмотрим за этой атакой. Здорово сыграла в отборе. А вот кто будет первым на мяче теперь? Прекрасная техника. Иларио Мауро. Голкипер введет мяч в игру. Повезло им сейчас, откровенно. А вот сейф нам повторяю. Великолепная игра вратаря. Ван Шаньшань. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Терпеливо ждут они своего шанса. Мелания Габьедини. Кристиано Джирель. Это может быть опасно. Блестящее спасение! Остроумно сыграно, хороший пас. Мяч летит в сторону ворот. Мартино Розуччи. Кристиано Джирель. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс.
Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Сара Гамма. Рафаэла Маньери. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Сыграно жестко, но в рамках правил. Ван Шуан. Сюй Янлю. Тан Руин. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Она старалась убежать навстречу с вратарем, но попала в офсайд в этот раз. Кристиана Джирель. Мелания Габьедини. Хорошо обработала мяч. Ян Ли. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Тут может что-то получиться. Мяч потерян. Кристиана Джирель. Удастся ли им быстрый выход из обороны в атаку? Кристиана Джирель! Мяч в воротах, и это гол! Гол просто потрясающий. Сумасшедший удар под перекладину. Отличный пас и великолепный гол. Разыграли как по нотам. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Сюй Янлю. Отлично сыграно. Надо решать. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Удар. Тут защита справляется с потерей мяча. Прекрасная возможность для контратаки. Ву Хайян. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ян Ли! И справляется вратарь с этим ударом. Китайская сборная ведет мяч в игру от углового флажка. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Вот это удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Лария Маур. Хорошая подача, но защита на чеку. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Мелания Габьедини. Итальянская сборная готовится исполнить штрафной удар.
Этот удар опасности не таил. Слишком уж далеко было до ворот. Ну, поработать немного над прицелом, и можно попадать с такой дистанции. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Посмотрим за этой атакой. Ударище просто. Момент. Нет, офсайд. И вот потери в центре поля. Пока неплохо. Какой-то, знаете, между собой. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Может получиться интересная атака. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Сара Гамма. Отличный пас в разрез. Такими передачами только смешить оборону. Ван Шуа. Сюй Янлю. Это может быть опасно. Удар поворота. Знаете, есть такая опция — тренировка удара. Сара Гамма. Даниэла Страчи. Рафаэла Маньери. Великолепно исполненный пас в разрез. Мелания Габьядини. Это угловой удар. Опасная передача. Елена Линари. Не точно удар. Мяч проходит выше. Кристиана Джирель. Удар. На этот раз мимо. Ну, не каждый раз забивать же, а? Кристиана Джирель. Это может быть опасно. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Удар! Опасно! Ван Шаньшань. Отлично сыграно. Надо решать. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить.
Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Никого из адресатов там нет, будет аут. Мартина Розуччи. Элиза Бартоль. Валентина Черной. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч у вратаря. Все в порядке. Это может быть опасная атака. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Валентина Черной. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Ян Ли. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Вот это здорово! Отличная работа! Терпеливо ждут они своего шанса. Тут может что-то получиться. Защита справляется. Хорошо обработала мяч. Иларио Мауро. Мяч на центр. Перекладина не спасла. Удар, перекладина и гол. Мяч прошел на недоступной для вратаря высоте. Все произошло настолько быстро, что оставалось только смотреть за траекторией мяча. На табло 3-0. Это разгром. Ван Шуан. Тан Руин. Атака продолжится через фланг. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Прекрасная техника. Мяч летит в сторону ворот. Могла сейчас нападающая оформлять хет-трик. Наверное, даже должна была. Да, момент был замечательный. Учитывая, что два гола от нее мы уже сегодня увидели, логично было ожидать лучшего завершения. Кристиана Джирель. Пока неплохо. Фантастической красоты мяч. Прицелился и пустил мяч по идеальной траектории. Ну а чему здесь удивляться? Умеет этот парень бить, и здесь, пожалуй, был наилучший вариант, который он выбрал. Мощнейший удар, конечно, получился. И, как следствие, великолепный гол. Повторы, прекрасный гол из-за пределов штрафной, сильным ударом. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, красивейший гол. Четыре безответных мяча забито в этом матче. Жао Рон. Сюй Янлю. Тан Руин. Это может быть опасно. И навес. Ужасное исполнение. Вратарь с мячом.
тут защита справляется с потерей мяча. Рафаэла Маньери. Елена Линари. Сара Ган. Кристиана Джирель. Удар по воротам. Относительно легкий мяч для вратаря. У нас угловой. Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Даниэла Страчи. Вот так и нужно играть в обороне. Немного не хватило точности этому дальнему удару. Редко такие удары достигают цели, но уж если достигают, то голы получаются красивейшие и признаются лучшими и в месяце, и в сезоне, и так далее. Приличный удар с очень приличной дистанцией. Хорошая попытка, красиво. Много точных передач она уже сегодня сделала. Жань Ю. Ли Донган. Тан Руин. Может получиться интересная атака. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Попытка обострить игру. Здесь защита справляется, мяч отобран. Ну что же, счет из кошмарных снов для одной из команд. 4-0. И ведь впереди еще целый тайм. Превосходный первый тайм от слова «превосходство». Явно доминирует одна команда, и соперник, наверное, очень хочет, чтобы этот матч закончился как можно скорее. Действительно, итог этой игры уже понятен. Пока только непонятно, с каким счетом выиграет одна из команд. Первая половина второго матча группового этапа позади, и свисток судьи объявляет начало второй. Давайте смотреть. Думаю, нас ждет немало сюрпризов. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Елена Линари. Лора Джулиани. Рафаэла Маньери. Посмотрим за этой атакой. Опасно! Мяч выбит. Очень хороший отбор. Вухая. Валентина Черное. Вратарь легко ликвидирует угрозу. Ван Шуа. Отлично сыграно, надо решать. Отобран мяч, надо возвращаться. Ван Шаньшань. Ву Хаян. Елена Линари. Это может быть опасно. И мяч оказывается у голкипера. Мяч уходит за боковую после этого паса. В
Мартино Розуччи. Рафаэла Маньери. Перехват мяча. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Тут может что-то получиться. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Тан Руин. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Так, только не остановился. Мяч летит в сторону ворот. Стандартное положение. Угловой. Защита справляется. Тан Руин. Пока неплохо. Прекрасная передача. Хорошая подача, но защита на чеку. Мяч потерян. Сюй Янлю. Тан Руин. Грамотный пас, все по делу. Вес. Это плохой пас. Ударище просто. И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Опасно! И все же Джулиани предотвращает гол. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ждем судейского свистка. Замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Рен Гуишин. И играть еще полчаса. Может получиться интересная атака. Свежий игрок выходит на поле у Китая. Бухаян. Это может быть опасно. А вот это уже здорово. Какой удар. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Отличный пас в разрез. Опасная подача была, но оборона справляется. Милания Габьедини. Это может быть опасная атака. Чисто отобран мяч. Ян Ли. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Бухаян.
капитан Руин. Посмотрим за этой атакой. Великолепный пас. Тан Руин! Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Илария Маур. Отлично сыграно. Надо решать. Защита надежно играет. Мяч отобран. Хан Пен. Терпеливо. Удар! Опасно! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Послушайте, как трибуны провожают игрока. Ну, это неудивительно. Как она сегодня выступила, ее вообще с поля на руках должны уносить. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Лю Шаньшань. Тан Руин. Странный матч пока, надо сказать. Команды, в принципе, равные по классу, как минимум, но по игре этого не скажешь. Да, и здесь с тобой трудно не согласиться. В общем-то, что называется, игра начинается на результат. Одна из команд перехватила инициативу, и уже ни о каком равенстве речи не идет. Елена Линари. Валентина Черной. Судья показывает аут в пользу китаян. Тан Руин. Основное время истекает через 20 минут. Пока неплохо. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Потеря, все, в оборону. Хан Пен. Хорошая подача, но защита на чеку. Мелания Габьедин. Тут может что-то получиться. Мартина Розуччи. Вступает в игру вратарь, все под контролем. Неплохой удар, но вратарь на месте. С дальней дистанции пробила, попробовала застать врасплох голкипера, но вот эту девушку в тех воротах такими фокусами не обманешь. Сборная Италии будет вбрасывать мяч из-за боковой. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Желтая карточка. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафным. Это может быть опасно. Свисток арбитра, игра рукой.
Ву Хайян. Ли Донган. Рен Гуишин. Ищут они разные варианты для атаки. Илария Маур. Может получиться интересная атака. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Ян Ли. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Мяч выбит. Угроза миновала. Это может быть опасная атака. Нет, это не пас. Кристиано Джирелли. Отличная передача. Получает мяч на ходу. Совсем не обязательная потеря. Ян Ли. Ван Шаньшань. Валентина Черное. Отлично сыграно. Надо решать. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Забирает мяч голкипер. Рен Гуишин. Посмотрим за этой атакой. Мяч летит в штрафную площадь. Защита надежно играет. Мяч отобран. Хорошо обработала мяч. Ну так нельзя играть в обороне. У нас угловой. Головой закончился потеря мяча. Теперь бегом в защиту. Судья показывает аут в пользу Италии. Вот тебе и вбрасывание прямо на ногу соперницы. Дан Руин. Какой-то, знаете, между собойчик. Валентина Черной. Мартина Розуччи. Это может быть опасно. Пас в разрез очень точно. Отличный навес. Тут защита справляется с потерей мяча. Ван Шаньшань. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновала. Тан Руин. Лю Шаньшань. Пока неплохо. Хорошая подача, но защита на чеку. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Отличный момент. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Рен Гуишин. Хан Пен. Есть поддержка партнеров. Там есть кому сделать передачу. Ван Шуан.
Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Ван Шаньшань. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Может получиться интересная атака. Хорошая передача. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Просто невероятно. Какой удар! Невероятное спасение! Будет угловой удар. Это может быть опасная атака. Удар! Вступает в игру вратарь, все под контролем. Великолепную игру сегодня проводит голкипер. Осталось немного времени, чтобы отыграть этот матч сухую. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Вы знаете, есть такая опция — тренировка удара. Матч окончен. Италия победила. Не секрет, что многим болельщикам не нравятся некоторые наши комментаторские выражения. Вот многие не любят словосочетание «возить соперника». Они его находят достаточно грубым. Но согласись, сегодня это выражение подходит очень точно. Но мы-то с тобой знаем, что это футбольный сленг. Вот если бы не эфир, я бы выразился еще острее.